Песни у людей разные, а моя одна на века. Звездочка моя ясная, как ты от меня далека. Поздно мы с тобой поняли, что вдвоем вдвойне веселей. Даже проплывать по небу, а не то, что жить на земле. Облака тебя трогает, хочет от меня закрыть. Чистая моя, строгая, как же я хочу рядом быть. Поздно мы с тобой поняли, что вдвоем проплывать по небу, а не то, что жить на земле. Знаю, для тебя я не Бог, крылья говорят не те. Мне нельзя к тебе на небо. Yeah.
Герман, ну ты долбанул Кузьмина, слушай, один в один, я прямо это чуть не попутал. Как у тебя так получается? Друзья, главное, не учил ничего. Вы знаете, к сожалению, регламентом нашего конкурса вы могли услышать только одну песню в его сольном исполнении, но мы еще попили чайку и послушали, как Герман поет, он еще много песен пародирует, это просто один в один. Вот, слушай, а ты, может, сейчас покажешь, а вот как там «Белые розы»-то, а? Сначала, я так понял, Шуфутинский, не могу, да? Не могу. Шуфутинский, да, а потом да, этот. Так, «Белые розы», ну давай. Немного теплее за стеклом, но злые морозы. Хожу в эти двери, словно в сад июльских цветов. Я их так хочу согреть теплом, но белые розы всех на глазах. А теперь как Шуфутинский. Я целовать и гладить готов. Я их так хочу согреть теплом, но белые розы. Вот так вот он сегодня там зажигал. Если вам понравился Герман, обязательно ставьте за него большие пальцы, подписывайтесь на наш канал Нармахор в Ютубе, а также комментируйте его выступление. Не забывайте делать перепост, заливать себе на страницы это видео, видео вот этой недели. И тот, кто наберет большее количество лайков, получит лично от меня в подарок мой диск. Если вы хотите увидеть на своем мероприятии, на своем празднике наших участников, в том числе Германа, конечно, ну и меня. А быстрее, это у меня в декабре уже половина декабря расписано. Да, вы быстрее, это у меня уже декабрь весь расписан. Поэтому, если вы хотите увидеть его, пишите к нам на почту, либо звоните по телефону, также оставляйте заявки для участия тоже по этим же контактам. Все, Герман, спасибо. Спасибо вам. Спасибо огромное. Здорово все прошло. Да. Все, пока. К сожалению, регламентом нашего конкурса вы могли... Виктор решил все обойти сразу сегодня. Я еще не могу найти.